Всем здорово, с вами Гор. Я нахожусь у брата в гостях, и ему на новоселье я решил сделать небольшой подарок. Печь для казана, сам казан. А сейчас перейдем к распаковке и к обзору. И посмотрим, что же там внутри. Печь для казана Берель 480. 25 литров. А это казан 8 литров. Я еще не знаю, красиво это или нет. А, это. Блин, из башки вылетело. Пишите в комментах, как эта штука называется, которая закрывает казан. Меня рассмешили. Я сюда попал. Дай вам Бог здоровья. Опа, сам казан чугунный, супер фирменная наклейка. Опа, нифига, он еще тяжелый, тут еще подкачаться можно будет. Я думаю, литров достаточно, чтобы сварить, похавать. Стойка картонок, да, но это для того, чтобы не расшатывалось, наверное, не ломалось. Инструкция, руководство по эксплуатации. Ничего себе, так выглядит она, да? Да, прикольно, прям, да? Печь, труба такая. Шикардос просто! Сайт называется «Твой мангал». Магазин мангалов и печей. Официальный интернет-магазин от завода-производителя. Бесплатная доставка по РФ. Отгрузка прямо с завода. И в чем фишка этого производства? Оно собственное. Итак, друзья, я разобрал и разобрался немного. Получился такой комплект. Сам казан, крышечка, печка, ножки, открывашка, закрывашка, не знаю, как назвать, неважно. И трубы, болты с гайками и шайбами для того, чтобы собрать ножки и пару запчастей. Увидимся через минуту, когда я совершу полную сборку вот этой печи. Все элементарно, Ватсон, и очень просто. Попробуй сейчас собрать. Сам говорю, все просто, но пока что разобрался, как собираются ножки. И таким образом вставляем все 4 ножки, точнее 3. Теперь нужно с шайбами, с болтами и с гайками разобраться. В общем, смотрим далее, я пока разберусь. Товарищи, я разобрался. 3 ножки, 3 болта, 3 шайбы прикручиваем. Потом сборник сажи, или как его назвать, неважно. Куда зала скапливается, просто тыкаем сюда и готово. А вот эта штука, я еще не разобрался, для чего. Это, скорее всего, для труб. Кстати, есть инструкция, в инструкции указано подробное описание, но я не люблю пользоваться инструкцией. Люблю разбираться сам. Ножки установили, пылесборник установили. Сейчас будем устанавливать дверцу и трубы. Ну что я могу вам сказать? Благодаря моей смекалке и моим золотым ручкам, смотрите, какую четкую вещь я собрал. Дверку прикрутил. Залазить собираюсь. Материал чугунный, все сделано прочно, крепко. Можешь поднять? Я, конечно же, могу поднять, так как это не весит 140, а я поднимаю 140. Но вещь эта тяжелая. Опа!
Литраж очень огромный, я думаю. Здесь достаточно места, чтобы сварить на всю семью. Это на маму Богдасарян, на папу Богдасарян, на племянницу мою. Я так думаю, что и на гостей тут. На племянника, ну и на гостей. А готовить, как вы знаете, по моим рецептам и по моей рубрике «Жизнь холостяка» я умею. Так что каждый раз, когда я буду приезжать сюда... Будем записывать новые видео. Будем записывать новые видео, да. С вами был Гор, вы были на канале «Просто Гор». Ставим лайки, пишем в комментах, кому по кайфу такая тема, кто любит готовить на природе, в казане. Мысли вылетают, так как я уже чувствую вот этот запах, как тут жарится, готовится, как парится. Короче, ссылочка на этот сайт будет в описании видоса. Проходим по ссылочке, выбираем там, помимо этого, много еще есть всякого выбора. Мангалы, печи, казаны, специальные грильницы. Я пошел готовить.